Да. День рождения у меня, спасибо большое. Спасибо, постараюсь. Не спрашивайте, сколько. Да, конечно. Спасибо, да, спасибо, что вспомнили. Да. Оф. Спасибо. А что у нас с лицом? Что такое? У меня день рождения, праздник. Что такое? Что случилось? Что мы дуемся? Что? Ну, говори уже, что? Я ноготок сломала. Ой, ты моя маленькая, ноготок она сломала. Что случилось с нашим ноготком? Ударилась пальчиком о стекло. Стекло не пострадало? Стекло было лобовое, оно не режется. Что? Как, ты откуда какое лобовое стекло? А, милая, ты только не нервничай, ладно? Я не нервничаю. Что даже, случилось? Даже не знаю, с чего начать. Ну? Помнишь, я просила оставить тебе 1000 рублей на такси? Ну? Ты не оставил, поэтому я взяла твой новый Порш. Что с моей ласточкой? У ласточки крылышко помялось. Что? Все? Все. Больше ничего? Все? Все. Господи, боже мой. И правый глазик побился. И левый тоже побился. И бочок поцарапался, и клювик гармошечкой. Там что-нибудь целое осталось от машины? Бардачок. Там в бардачке страховка лежала. Она осталась где-нибудь? Да. Ну, да. Где она? Вот она. Что это за мокрая бумажка? Намокла, когда машину тушили. Она что, горела, что ли? А, нет, не горела. Вернее, она не сама загорелась. Вернее, на нее огонь перекинулся. Откуда на нее огонь перекинулся? Дача. Кто это? Какой дачи? С нашей дачи. Что с моей дачей? Милый, ты только не нервничай, ладно? Я тебя спрашиваю, что с моей дачей? А почему это с твоей? Это наша дача. Ой, тихо. Да, все, наша дача. Хотя сейчас чего уж там. Пусть будет твоя. Что с моей дачей? Милый, у тебя же сегодня день рождения. Ну? С днем рождения. Спасибо. А я на даче прятала от тебя подарок. Поехала забрать. Когда приехала на дачу, хотела нажать на тормоз, но перепутала педальки. А впереди береза стояла. Больше не стоит. Береза упала на дачу, прямо на трубу с газом. Труба сломалась и зашипела. Подожди, там... Фу, там на трубе вентиль надо было перекрыть. Ой, просто за... милый, я так перенервничала. Ты же знаешь, когда я нервничаю, мне нужно покурить. Я зажигалкой чиркнула и вжу! Труба шипеть перестала. Там... Дача, она целая? Целая. Частично. Что такое дача целая частично? Я не понимаю. Ну, помнишь, мы летали что в Европу? Это? Ну? Видели развалины часовни. 6 века? Наша дача лучше. Чуть-чуть лучше. Там что-нибудь целое осталось на даче? Колодец почти нетронутый. Слава богу, там в колодце у меня сундучок, там золото, бриллианты, 3 миллиона евро. 5 миллионов евро. Откуда ты знаешь? А пожарные воду из колодца брали и твой сундучок нашли. Так, они деньги не взяли? Ну, ни копейки не тронули. Прокурор сказал, ничего трогать нельзя. Какой прокурор? Которого пожарные вызвали. Прокурор что-нибудь говорил? Говорил. Что? Говорил, что все хорошо. Говорит, даже отлично. Мне очередное звание, говорит, дадут и премию выпишут. Не надо сесть. Вот-вот. Прокурор точно так же сказал. Прокурор еще что-нибудь говорил? Да. Говорил, что вечером придется к нам с обыском. Это он? Да, прокурор с обыском.
Так, паспорта, надо бежать. Где загранпаспорта? На даче были. Так, гараж сгорел? Сгорел. Слава богу. В гараже был чемоданчик, там черная бухгалтерия нашей фирмы, значит, все сгорело, все. Милый, я принесла твой чемоданчик. Я подумала, он тебе нужен. Ты понимаешь, что происходит? Там прокурор ломится, а чемоданчик с черной бухгалтерией ты привезла домой. Принесла. Машины-то у нас нет. Значит так. Держи прокурора, как хочешь, поняла? Да. Как хочешь, держи. А я буду жрать эту бухгалтерию. И не пускай хорошо, этого прокурора, милый. Пока я все это не съем. С днем рождения! То есть машина цела? Да. И дача цела? Да. Ничего не было? Ничего не было. Напомни мне одну вещь. Когда у тебя день рождения? Через месяц. Все за мной. Будем готовиться к ее дню рождения. За мной все!